Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Ну, сегодня я спешу поделиться с вами своей покупкой в Магнит Косметик первое. Ну и там небольшие покупки еще в обычном магазине, там как бы с одеждой. Там немножечко вам покажу. Покупки я совершила после рабочего дня. Я увидела у других девочек в Ютубе в роликах. Я знаю, что у нас вчера была распродажа в Магнит Косметик 20% на все. Сейчас это не только 15 числа, вчера было 15, но теперь и каждую пятницу у нас, по крайней мере, в нашем городе проходят такие вот распродажи. В эту пятницу девушки мне опять сказали, что будет скидка 20% на все. Ну, я не знаю, заедем или нет, я сегодня взяла. В общем, у девушек, я у других девочек-блогеров, я увидела, что идет распродажа на ароматы. До 45% у нас, по крайней мере, в нашем Магнит Косметик. Во второй я не заезжала, в один. Вот муж у меня работает над Магнит Косметикой. Вот он спустился и как раз вышел покурить. Я ему сказала, он говорит, я зайду, посмотрю. И он уже без меня хотел все купить. Я говорю, нет, не бери, мне нужно это самое протестировать, понюхать. Я увидела, что девочки сказали, что Stellary. Я удивилась, что у Stellary есть ароматы, что сладкие. Я люблю сладкие, цветочные, такие фруктовые. Думаю, мне нужно понюхать их. Может быть, мне понравится. Что там якобы, ну, на два аромата там есть скидка, на два нет. И муж еще присмотрел ароматы сыну, и второй он как бы мне. Ладно, все, вот после работы я его уговорила, говорю, есть карточка Магнита скидочная у меня, поэтому заехали мы с ним, в общем, не буду долго томить. То, что выбрал муж, ему даже девушки-консультанты это все отставили, отложили. Он переживал, вдруг купят за полтора часа. Вот такие два аромата, феромон. Вот это женский, это мужской. Ну, сын у нас все такое любит. У нас он парень молодой, студент. Вот это мы взяли ему. Вот такой был флакончик. Так, объем. Сейчас я вам скажу, сколько его. Ой, 100 миллилитров. И мужской, и женский. Мужской мне очень понравился. Хороший аромат. Женский, я там просто из Stellary понанюхалась. Но мне он ближе к восточному, к такому тяжелому. Мне там показалось ничего, домой приехала, прям тяжело мне. Ну, может быть, зимой муж все-таки говорит, нет, возьми себе. Ему и Stellary два аромата понравились. Один вот там сильно у меня все уговорил его взять. Нет, я все-таки взяла другой. Покажу вам. Ну, вот этот на зиму, если что, по чуть-чуть брызгать, может быть, буду. Вот так он тяжеловатый. Даже для меня я люблю как бы и восточные ароматы. Ну, тоже 100 миллилитров. Вот. Оставлю на зиму. А этот заберет сын, приедет у нас себе такой аромат. На них скидка была, один берешь, и второй можно было взять мужской, два мужских или два женских, второй за рубль. Вот. Ну, а я себе выбрала в итоге Stellary, мне не сказать, что прям вау. Увидела я вот такую. Эклад. Водичку в такой, 90 миллилитров. Коробочка-то ладно, смотрите, какой у нее флакончик. Я видела, Оксаночка Александрова себе купила. Я до этого их видела в этом магазине, но почему-то аромат не тестировала. Вот не знаю, почему я его даже не... Если бы я его протестировала пораньше, то я бы его и без скидки купила. Он и так достаточно бюджетный, можно сказать, вот за такую красоту. Смотрите, туфелька Золушки, можно сказать. Такая красота. На моем туалетном столике на розовом как раз это будет смотреться просто вау. Я думаю, взяла себе аромат просто. Вот это у меня сейчас будет в моей коллекции самый любимый аромат. Вот это правда, самый-самый любимый. Я просто в него влюбилась. Вот из тех, что у меня есть, вот это будет моя любимочка сейчас. И я повторю его даже без скидки, если он будет. Ну, выбрать также можно, вот когда 20% скидка на все, то можно взять. Будет тоже неплохо. Ну, и также я уже все-таки, еще мужу говорю, я еще что-нибудь возьму, где, говорю, у них там на распродаже полочки. Ну, там начинает 99 и больше идет. Вот я выбрала такую вот. Так, сейчас прочитаю, как правильно называется. От Эвелин. Жидкая матовая губная помада. Оттенок 411. Вот сейчас камера, может, вот поймала. 411. Вельвет.
вот такой вот оттеночек. Я сейчас покажу Сочи, сделала. Там мне еще коралловый оттенок понравился. Ну, там были и другие блески, в основном блески и вот такие помады. Помады были от Vivienne Sabo. Да, помады только от Vivienne Sabo. Лаки для ногтей, ну, там вот что-то мне не пригнулось только. Ну, от Vivienne Sabo неплохие помады были. Но я вот что-то вот это увидела от Эвелин, и все. И решила взять ее. Сейчас я покажу вам Сочи. Вот такая вот она красивая. Она без, ну, сатиновая немножко, но она даже как бы немножко стойкая. Она сразу как бы высыхает, не растекается, ничего не будет от жары. И она аромат ягод. Таких ягодок каких-то вкусных, сладких. Ну, вот взяла. Вот такой себе оттеночек. Это все было в Магнит Косметик. Сейчас я вам назову стоимость. Я также списала по карте накопленные, там у меня были 85 рублей бонусы. Ну, допустим, буду копить дальше на палетку на какую-нибудь. Так, феромон, туалетная вода мужская. Одна вышла за 448,90, вторая за рубль. Эклат, туалетная вода женская, 239 рублей. Вы представляете, вот эта туфелька 239 рублей. Аромат шикарный. Затем... Вельвет жидкая губная помада от Эвелин. 89 рублей. Даже не 99, как там было. Так, и... Ну, пакет я взяла еще 3,60. Списано бонусов 85 рублей. И начислено 8 баллов. Опять 8 бонусов. Не как в Пятерочке. Вот когда списываешь, я знаю, там ничего не начисляют на карту. Когда ты списываешь. Вот это плохо. А здесь нет. Сразу тебе уже начисляют баллы. Вот это мне понравилось. Все, у меня уже опять на карточке 8 рублей. Ну, тут дальше все расписано, насколько там на карте, все бонусы в следующем месяце. Вот по карте очень удобно. Я очень рада, что у нас появились карты магазинов Магнит. Это действительно очень-очень выгодно и радует. Теперь и фикс прайс карта. Ну, в Пятерочке как-то там не нравится мне, как копится. Вот еще жалко, монетки нет карты. Хочется, чтобы там сделали. Так. Ну, в общем, у нас всего вышел итог за вот это все. Мы заплатили 781 рубль. Да. Я думаю, это неплохо. За три аромата и за помаду. Я думаю, это очень хорошо. И затем в магазине одежды мы прикупили. Здесь две покупочки я не покажу. Дочке мы взяли шорты. Недорогие такие. Вот у нас есть магазины по городу. Несколько с одежды. Но там бывает привозят. Вчера у них был привоз товара. Очень хорошие вещи можно взять. Очень хорошие. И вот мы сегодня заехали. Дочке шорты нужны были. И шлепки. Так как у нас стоит жара. Я уже это говорила в роликах других. Что у нас в тени под 40 градусов. Не говоря уже о солнце. Но вот у нас сегодня прям первый день, когда мы вздохнули свободу. У нас было 28 градусов. И прохладный ветерок. Подумал, мы просто счастливые. После 38 в тени для нас это просто, да, рай. Вот, также потом дочка уже ушла, просто она у подружки сегодня ночует в этих шлепках. Вот мы еще и купили шлепки такие розовые, с цветочками, очень красивые, шортики. И купили вот такие носочки. Ну вот, купили мы вот эти вот носочки, я себе решила взять. Такие вот прикольные. Ну, как видите, 60 рублей. Интересные такие. Здесь просто дома носить, думаю, возьму прикольные. Они лежали скреплены вот этим магнитом, там, чтобы на рамках Акати. Вот такие вот дочки с морковкой, с зайчиками она выбрала себе. Вот такие вот носочки. И себе я тоже купила такие вот сандалики. Взяла на лето. Сейчас ходить, ну, жара, просто я не как бы такие интересные, стильненькие. Сначала шлепки смотрела, тоже как бы вот тут идут просто вот здесь вот широкой, типа блестящий там, как тоже вот блестящий, только золотой как бы цвет. Ну, нет, вот увидела вот эти, и все, я прям сразу мужу сказала, я хочу такие, они очень удобные, ногу держать будет, у меня частенько подворачивается нога, и не жарко прям все будет, не натирать ничего не будет, они прям как тапочки одеваешь. Очень удобно, мне очень понравились. Ну и цена. Дочери мы взяли шорты за 240,
Шлюпки за 350, такие хорошенькие, розовые, прям в цветочках, как в камушке впереди. А у меня вот эти 550. Ну, довольно-таки, да, вот, ну, ходим в такие бюджетных магазинах, одеваемся, почему бы нет. Я считаю, на лето можно взять такие вещи и потом купить на следующие новые. Вот такая вот вещь, их помыть легко. В общем, вот, прикупила я себе, я их ставить уже на стол. Ну, носочки вот так, может быть, поставлю. В принципе, можно носочки. Вот такие покупочки у нас сегодня были, небольшие вечерние. Вот и поделилась с вами. Ну, конечно, вот это вот супер аромат. Ну, это как для меня. Мне очень он понравился. И все, теперь я его буду покупать долгое-долгое время. Так что я очень довольна своими покупочками. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, мой ролик был вам интересен. Если да, то ставьте лайк. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Очень рада новым друзьям и подписчикам. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Всегда очень рада вашим комментариям. Пишите, может быть, что-то вы уже из этого покупали. Я имею в виду магнит косметик. И как вам, может быть, вот такую вот помаду выбрали. Как она вам понравилась, нет. Ну или же ваши отзывы по ароматам. Расскажите, как в ваших городах проходят такие акции или нет ваших магнит косметик. Тоже будет очень интересно. Ну, всем спасибо. До новых встреч на моем канале. Всем всего доброго. И пока-пока.